На календаре середина августа, а это значит, пришло время собирать детей в школу, покупать форму, портфели, канцелярские принадлежности. Задача эта не из простых и достаточно дорогостоящих, особенно если в семье несколько школьников. Семьи, оказавшиеся в затруднительной ситуации, могут обратиться за помощью в управлении социальной защиты. Для того, чтобы помочь многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на протяжении вот уже нескольких лет в нашей стране, в том числе и в Славянском районе, проводится благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». В ней может принять участие абсолютно любой человек – предприниматель или организация. Для этого просто необходимо приобрести школьные принадлежности – ручки, карандаши, тетради, рюкзаки, форму или что-то другое, но очень необходимое детям в школе, и принести свой подарок в управление социальной защиты населения. По адресу город Славянск на Кубани, улица Батарейная, 396. Телефон, по которому можно уточнить всю необходимую информацию, 4-16-75, добавочный 115. Акция «Соберем ребенка в школу» – это про заботу и любовь, про яркие школьные эмоции и, конечно же, поддержку. Помощь и поддержка очень нужна семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые не имеют возможности самостоятельно подготовить детей к школе. Каждый из неравнодушных жителей нашего района может сделать доброе дело, обеспечив школьными вещами маленьких славянцев. Благодарим всех, кто поучаствовал в акции и подарил юным школьникам незабываемые эмоции. Пусть череда добрых дел и милосердия не иссякают и продолжаются во благо наших детей. Вся собранная в ходе благотворительной акции помощь будет доставляться адресно. Чем больше неравнодушных жителей примут в ней участие, тем больше маленьких славянцев получат к 1 сентября такие нужные им школьные принадлежности. Аня, мы тебя поздравляем с наступающим новым учебным годом. Желаем, чтобы ты, когда пошла в первый класс, у тебя были только одни пятерки в дневнике, чтобы ты быстро умела читать, красиво писать. И наш набор первоклассника тебе в этом поможет. Поздравляем! Акция «Соберем ребенка в школу» продлится до конца августа. Если у вас есть возможность помочь нуждающимся детям, обязательно сделайте это. И помните, добрые дела 100 крат возвращаются. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».